Жареные куриные ножки – одно из самых вкусных блюд, используемых для закуски. А если во время приготовления добавить лук, то аромат стоит просто восхитительный. Очень вкусные и ароматные куриные ножки. Если вы любите более острые блюда, добавьте немного перца чили. А подать их можно с любым соусом и овощным салатом как на закуску, так и в качестве основного блюда. Соевый соус смешайте с лимонным соком и измельченным чесноком. Залейте куриные голени маринадом, добавьте лук, нарезанный полукольцами. Перемешайте и дайте постоять пару часов. Затем обжарьте голени на горячей сковороде, выложите весь лук из маринада и тушите до готовности еще минут 20. Приятного аппетита!